Всем привет, меня зовут Дмитрий, это все еще Капхедушка, мой любименький. Сейчас опять буду вот так вот усосанно сидеть, потому что стол глушит часть звука. Остановились мы на том, что нам надо победить лягушек. Че ты прыгаешь? Ты в меня не веришь? Нормально. Сила молока! Что, блядь? Монетки. Такие монетки я собирать не... Это кто? Это робот из Футурамы, тот самый? По-моему, я прям сейчас в казино. Я не понимаю, я их вообще... Да ты задолбал! Я не могу столько раз выигрывать эту... Впервые банкомат дает тебе монетки, а не ты ему. О, тигр! Охренеть! Мне кажется, я ему урон вообще не наносил. Я понял! Оказывается, я могу наносить урон банкомату тогда, когда он на меня что-то атакует. 50 минут безудержного веселья спустя. А, сука, наконец-то. Я уже испугался, что он меня шипом как-то выстрелил. Охренеть, я победил Валуева и Кличко, играя за кружку. Как я узнал позже, эта монетка разбросала где-то монетки. И я хочу их найти. Day two. Всем привет, меня зовут Дмитрий, это по-прежнему Кубхед. Я уже тут... Ой, блядь. Ой. Я же не должен был сейчас приветствоваться, я... Это же вторая часть. Ну, короче, я тут уже подстригся. Мне сказали купить оранжевую штучку, я так понимаю. Вот ты. Но мне не хватает двух монет. Я не знаю, тут вроде всех боссов прошел. Я могу пойти в какой-нибудь бей-беги, чтобы просто достать монет. Я все это попроходил. Этот мужик говорил, чтобы я спрятал... О, нашел его монетку, но я ее уже находил. Получается, я могу идти во второй мир, да? Я могу как-то посмотреть... Шот Б. О, лист. Эзер. Вот. Форест файлит. А. Ну, я это все проходил. Вот видите, время стоит. Да, пошлите во второй мир, получается. Здорово. Я забыл установить переводчик. Так. Ты можешь... On over to the next hills. Ну, короче, я так понимаю, он говорит мне то, что я могу пройти в следующую позицию, но я это и так знаю, я ж... Прибегает, короче, к чайник и смотрит, говорит, дебилы, вы куда идете? Сейчас дам пиздюлей каждому голову подхуярю. Пидорасы, блять, пока я спал, съебались. Гандоны мелкие. Ненавижу вас, не пущу я вас в этот ебаный кубик. И что же есть? Я уверен, что так он и говорил. Американские горки? Давай попробуем пойти в американские горки. Это кто? Ты ебанутый. Понял! Я понял, что с ним надо делать. Я на верном направлении. Есть, все. Он... Дядь, ты чё? Ты дурак, что ли?
По-моему, вы вообще нарушаете правила дорожного движения на американских горках. Пройдите-ка нахуй отсюда. Ну, я теперь хотя бы могу пройти до его второй формы, не потеряв ни одной жизни. Это уже плюс. Ура, я дошел до его еще какой-то формы. Он что, ебанутый? Он реально ебанутый. А, ну, в принципе, он это и не скрывает. Ну, я начал стабильно доходить до его третьей формы. Так же стабильно, как у меня выходят ролики. Так. Откуда он появится? Что он? Где он? Вот он. Он грёбаный гриб. Чё за пингвины? Я понял. Дошел с полными жизнями до его третьей формы. Это прогресс. В чистом его виде. Еще минут где-то 40, может 50 такого же безудержного веселья спустя. А-а-а! Да! Ура! Наконец-то! Цел? Цел. О! А помните, как было хорошо, когда у меня один босс занимал 30 минут, а не полтора часа? Помните? Я тоже помню. Поправочка. Полтора часа спустя. Бля. Я приду к вам на следующий день, когда опять приду в себя. Я победил этот чертов воздушный шарик. Я победил этого гребаного клоуна. Я поставил оно на колени. В общем, прошло еще несколько дней с того момента, как я записал про американские горки вот эти вот. А, вроде я сейчас даже установил русификатор в этот промежуток. Смотри, я хочу пройти бей-беги вот этот вот run and gun, потому что... Мне не хватает двух монеток для того, чтобы купить себе оранжевые стрелы, а мне писали, что они хорошие. И меня, кстати, устраивают мои зеленые самонаводящиеся и мои красные суперсильные, которые. Вот. Чего, блядь? Сколько жизни у этой штуки? А она вообще нет. А как мне, что мне с ней делать? Подожди. А, вы понимаете, что я так много этих уток не пройду, как вы думаете? Я понял, то есть нам надо как можно быстрее добраться до... Вон той стеночки бермудской, и тогда мы сможем... О, все. В глаз ей стрелять, ясно. Я ей вроде, да, сейчас что-то... Смысл? Так, я ему урона не наношу. Эта ракета взлетает. Информация получена. Я понял, это легко. Только что делать с этой уткой по-нормальному, я так и не понял. Только не целуйся, пожалуйста, ты не в моем вкусе. А это, походу, вообще на скорость, прям, чтобы быть, это, сверхзвуковым каким-то. Ну, может быть, хотя бы на это я не потрачу миллион часов. Что за херня? Что это за зеркальная комната? Ну, я почти прошел. Только я вообще не понимаю, у меня слишком много извилин напрягается в этот момент. Я вообще ничего не понимаю. Да, экзибит. Экзибит. Так, одна жизнь. Значит, это называется вызов. Мне игра бросила вызов. Да друга бы своего там умер, блядь! Что, блядь, происходит? Кто это за утка? Ну, смотрите, я уже близко к концу. Главное вот тут сразу вот так вот бежать, как ебанутый. Я проскочил! Все, я теперь понял, как проходить сюда и не получать вообще ни одного строя. Надо под уткой. У меня уже идет следующий день, поэтому я вот кресло сделал пониже, чтобы вы меня не вот так видели, а вот так. Да, полный дурдом, бегим, убежим. Я помню, как проскакивать под уткой, я помню, как... все, больше ничего не помню. Я помню, как проскакивать под уткой. Спустя... Ладно, я знаю, что я вас уже задолбал, смотрите.
У, сука! The результат. Понял. Я, конечно же, безусловно, самый классный капхедушка из всех возможных, и я хочу даже пройти еще что-нибудь. Да? А, надо сейчас срочно пойти купить ту оранжевую штуку, про которую вы мне говорите, что дебил, купи ее, я вот, я все, я пошел. Так, пацаны, а что такое? Кто-нибудь слышал о Барбершоп Трио? Я просто слышал про Барбершоп. Если мы не найдем нашего четвертого участника, вас же трио. А, я понял, понял. Мы больше никогда не сможем правильно сыграть. Будь другом, дай нам знать, когда его... Понял, найти вашего кореша, сделаем. Чернильный ад, это Бенди and Ink Machine. Не, вот смотри, мне... Мне про вот это говорили. Подожди, я там купил этот дымовую бомбу, то есть я когда буду парировать, буду не получать урон? Серьезно? Чар, что это? Не, вы не получаете повреждений во время рывка, великолепный защитный маневр. Мне надо было... Вот это давай попробуем. И все, пошли к Клеопатре. Я тут вспомнил, что 3 уровня за серию уже было. И получается так, что мы с вами увидимся в следующей серии. Я постараюсь что-нибудь изменить, чтобы капхедушка выходил пораньше, почаще, то есть, и... Простите меня. На этом, пожалуй, все. С вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, делитесь с друзьями, добавляйтесь в друзья в Твиттере, во Вконтакте, вступайте в группу Вконтакте, и все, всем пока.